Индия, когда вы поехали в Индию вот первый раз, это уже была аштанга или это была какая-то другая йога, какое-то другое направление? So the first time you went to India, was it straight away ashtanga or was it something different at first? No, I was doing Shivananda yoga. Я занимался Шивананда йогой. And I did that for about 3 years. Около 3 лет. And then I met Guruji in 1990. В 90-м году я встретил Гуруджи. While I was in India. Когда будучи в Индии. And then But I couldn't study with him that year because I wasn't staying in Mysore long enough. I was there for philosophy classes with Swami Dayananda. Но тогда я не мог с ним начать заниматься, потому что я не был в Майсуре достаточно долго. Я посещал там занятия по философии. And so I came back to study with him the next year. So 1991 was when I really began with him. Поэтому я вернулся через год, так что я действительно начал заниматься с Гуруджи в 91-м, 1900. Тогда следующий вопрос, тем более, если был опыт занятий Шивананда-йогой, возможно, еще какими-то другими направлениями, чем был определен ваш выбор? Почему аштанга? So, if you had different experience Шивананда-йогой among others, why did you choose аштанга? Well, I didn't choose аштанга-йога. I didn't know what аштанга-йога was. Я не выбирал аштанга-йогу, я вообще не знал, что она собой представляет. What I was looking for was I was looking for a teacher. Я то, чего я искал, это был учитель. Я искал учителя. And in Guruji I found someone who I thought I wanted to learn from. И в Гуруджи я обрел того, у кого, как мне казалось, я хотел учиться. I felt that he knew a lot more than I knew about myself. Мне показалось, что он знает обо мне гораздо больше, чем я сам. And that he could help to kind of uncover the hidden things which I was hiding inside of me. И что он может помочь мне вывести на свет то скрытое, что во мне было, что пряталось во мне. And I wanted to understand how he saw things. И я также хотел понять, как он смотрит на вещи, как он видит мир. And so in order to do that, I had to learn his practice. И чтобы достичь этого, мне нужно было заниматься, изучать его практику. If he had been teaching knitting or embroidery, если бы он учил вязанию, обучал или вышивке, I'd probably be working in a bedsheet shop, embroidering pillows or something. Я бы, скорее всего, работал в таком текстильном магазине, вышивал бы декоративные наволочки на подушки. That's what I do. Yeah, is it? Yeah. So, really.